Всем привет! Это Виталий, компания Boston Technic. И сегодня я хочу предоставить вам вот такой мульчировщик. Называется Кун. 4-метровый он. В отличнейшем рабочем состоянии. Показываю, значит, вот он. RM400 2017 года выпуска. Наработка незначительная. Это видно по рабочим органам. Видно по состоянию техники. Вот, колесики немножко подспустило, но опять-таки здесь уже 2 года стоит без работы. Вот обращаю внимание на рабочие органы. Так, темновато. Сейчас. Ну, то, что есть, сейчас показываю. То есть рабочие органы вложений вообще ни один не требует. Все абсолютно в исключительном состоянии. Значит, в связи с тем, что он 4-метровый, соответственно, я в том числе обратил внимание и сфотографировал специально навеску, то обычным трактором МТЗ-шечкой 1221 даже, да, вы им работать не сможете. Здесь нужен более мощный трактор. Вот обращаю внимание, видно по внутреннему состоянию, что наработка незначительная у данного мульчировщика. Вот, ну, колесики немножко подспустили, да, стоит, я говорю, 2 года без работы. В отличном исполнении, ни одного сварного шва. Ну, здесь как бы и напрягов таких не должно быть. Показываю от и до. Вал на месте. Вот оно, кстати, еще раз показываю. Да, крепление трехточечное. Т-150 кировец. Смогут его потянуть, смогут им работать. Без вложений на сегодняшний день. Кому необходимо, обращаемся. Все есть. Готовы реализовать.